Дорогие мои друзья, всем большой привет! Вы на канале Вязание, и я, меня зовут Юлия. Я даже не знаю, с чего начать это видео, потому что я всю неделю очень усиленно трудилась, и мне есть что вам показать и рассказать. В предыдущем видео я вам сказала, что я буду снимать мастер-класс для новичков в вязании реглана с анатомической посадкой, которые совершенно не знают, как это делать, но по той или иной причине не приходят ко мне на курсы, либо боятся и считают, что это очень много для них информации сейчас, либо, возможно, недостаточность денежных средств, и мне поступило огромное количество запросов от моих зрителей, чтобы я сняла полноценный попетельный мастер-класс и научила вязать реглан. Друзья, я это сделала. Помимо этого, я вам говорила, что я буду видоизменять, дополнять, расширять свой курс регланомания, который и так очень был объемный, но я решила дополнить его, чтобы по видам реглана, там, потому что мы изучаем различные виды реглана, чтобы народ понимал, как мы двигаемся от простейшего. То есть у меня курс сопровождался мастер-классом на нулевой реглан с V-образной горловиной. У меня курс сопровождался мастер-классом на худи сочный, который связан регланом погон в технике интарсия. Это достаточно сложно. Также мы рассматривали там нюансы построения реглана погон во избежание всевозможных вот возникающих фалдов. Вот здесь как мы вывязываем, с каким ритмом мы должны делать прибавки и так далее, и так далее. Курс был очень объемным, но я так понимаю, что очень много ко мне шло новичков, которым сложно визуализировать, где как мы выкручиваемся, где как мы разворачиваемся. И не хватало вот этой информации, вот этого видео для того, чтобы люди понимали, как мы работаем с углублениями горловин, как мы работаем с ростками-выточками, как мы делаем то, другое, третье. Да? Поэтому я решила еще больше дополнить свой курс. Я это сделала. Я сейчас подробно вам все расскажу. В первую очередь я сейчас объявляю запись на курс «Регланомания». Дорогие мои друзья, в предыдущий раз я не смогла взять просто колоссальное количество людей, потому что, ну, это было не в моих силах, я очень многим отказала. Многие просили меня, чтобы я сделала листы записи на следующие потоки. Значит, как мы с вами поступим в этот раз? Смотрите, я объявляю в данный момент запись на курс «Регланомания». Сейчас я вам по программе тоже расскажу, потому что она видоизменена. На 8 июля. Старт 8 июля. Но запись у меня по времени длится, друзья, как показывает практика, не более 2-3 дней. Я набрала определенное количество людей. Дальше я брать просто не могу, потому что это огромное количество работы с моей стороны 24/7. Это много вопросов, это много ответов. У человека просто взрывается голова, а чем больше количество людей у нас в группе, тем больше этих вопросов и, естественно, больше информации, и происходит ломка сознания в этот момент. Поэтому большое количество людей я не беру и вынуждена была отказать многим в прошлый раз. Но, смотрите, значит, на 8 июля я набираю одну группу. И если вдруг вы мне пишете, и я вам говорю, что на 8 стоп-запись, у меня будет открыт лист записи на 22 июля. И эта дата может быть немножечко сдвинута, это пока предварительно 22 июля. Может быть немножечко сдвинуто плюс-минус туда-обратно, но это будет точно июль месяц. Я буду каждому в видео, в ответе на вопрос о записи сообщать, хотите, идете, не хотите, не идете, да, то есть либо в лист записи я вас включаю, либо не включаю, потому что я прекрасно понимаю, что я опять не смогу взять всех. Бывают такие у меня зрители, которые по 3, по 4 раза подряд не могут попасть, просто не успевают. А я не могу разорваться, я понимаю, что вы хотите ко мне, и поэтому я решила, что все-таки лист записи на вторичную группу в этом месяце на регланоманию у меня будет. Теперь, значит, группа у меня набирается на платформе WhatsApp. Это не онлайн, это курс в записи, то есть вы обучаетесь в любое удобное для вас время. Я понимаю, что все мы в разных часовых поясах. Я отвечаю, если я сплю, а вы бодрствуете в этот момент, вы присылаете свое домашнее задание или задаете вопросы, я отвечаю в любом случае, как только я проснулась.
Все, потому что бывает такое, что у нас 8 часов разница, даже в территории одной страны, да, это крайний север, и мы, у нас разное время, у нас московское время, у кого-то другое время. Поэтому курс в записи не онлайн, на платформе WhatsApp, группа закрытая, вся информация остается у вас. Я сразу рассказываю, каким образом вы можете скачать эту информацию. И это не просто можете, вы должны это сделать, потому что ответственность за сохранность курса лежит на каждом ученике. Это момент номер один. Значит, постоянно поступают вопросы, а во сколько у нас начало занятий? Я выдаю ежедневно в группе задания и тему, естественно, объясняю, до 10 утра. Выдала, дальше вы обучаетесь, смотрите, задаете вопросы и так далее. Я все время с вами на связи. Понятно. Теперь по программе курса. Значит, что здесь изменено? Во-первых, мы рассматриваем разные виды горловин. Горловина – это, в первую очередь, мы рассматриваем, учимся снимать мерки с себя. Это первый момент, потому что что такое анатомическое вязание? Это вязание от индивидуальных мерок. Как только мы сняли с вами мерки, мы учимся их применять. Мы учимся считать горловины. Я даю в этом курсе три методики расчета и для разных видов реглана. Для простейшего реглана, для реглана погон, для полуреглана. И уже в этот раз у меня будет видеоурок по глубокой круглой горловине в реглане. Я вам это обязательно сейчас покажу. Мы учимся считать V-образную горловину, которая имеет планку, да, то есть на захлёст идет. Мы также имеем нулевой реглан с V-образной горловиной, и как идет расчет, и как мы вывязываем, это тоже попетельно идет у меня. Далее, что касается реглана погон, это два варианта. Это свободное изделие, это изделие полуприлегающего силуэта, потому что разница существенная при этом есть. Я все это объясняю, показываю наглядно ошибки других людей, на что необходимо обратить внимание, потому что у нас существует конфликт плотностей, и не всегда мы можем связать реглан просто в классике жанра, мы должны будем сделать расчеты для него. Мы знакомимся с вами с полурегланом. Значит, в обязательном порядке мы учимся строить и считать реглан на индивидуальную фигуру. Помимо, мы сначала работаем с горловинами, потом мы учимся считать и вывязывать реглан. Потом мы рассматриваем такие конструктивные элементы, как росток и выточки. Какие они бывают, где они бывают, каким образом их можно провязывать, как их рассчитать. От индивидуальных мерок, конечно же. Определение места, глубины и так далее. И теперь данный курс содержит следующие мастер-классы. Попетельно. Это стандартная круглая горловина в простейшем реглане из джемпера Лемония. Я сейчас вам его представлю. Этот джемпер в мастер-классе до подреза связан на камеру. Глубокая круглая горловина в реглане. Я также вам ее сейчас представлю, потому что разница большая. Этого многие просили и не понимали, как это выполняется, из моих учеников. Я это сделала. Далее, нулевой реглан, я уже сказала, своеобразная горловина и худи сочный, связанный в технике реглан погон с большой свободой облегания, потому что это спортивное изделие, и в технике интарсия также имеется в этом курсе. Ну и так как худи у нас имеет капюшон, то бонусная часть в этом курсе это расчет анатомического капюшона двумя способами. Курс состоит из 13 частей видео уроков, а также содержит всю необходимую информацию в формате распечатанного материала. То есть вы имеете и текст, и видео. Значит, теперь это то, что касается курса. Кто хочет записаться на курс, пожалуйста, подробная программа курса будет в ВК, а также будет в Дзене опубликовано. Также будет вся информация о стоимости этого курса и о содержании этого курса. Для тех, кто хочет записаться, пожалуйста, пишите мне на электронную почту. Ссылка будет под этим видео. Либо
Если у вас отсутствует электронная почта, на почту я отвечаю быстрее. Если отсутствует электронная почта, вы можете написать мне в Одноклассники или в ВК, в личные сообщения, не в комментарии, а в личные сообщения. Я вам расскажу все, каким образом происходит запись. И для лиц, которые проживают за территорией Российской Федерации, вы можете приобрести данный курс, приобрести пост на платформе Boosty. Ссылка также под этим видео. После приобретения поста в обязательном порядке сообщите мне на электронную почту ваш действующий номер WhatsApp. Друзья мои, все, кто будет записываться, пожалуйста, несколько раз перепроверьте, тот ли номер вы указываете. Потому что бывает такое, что номер телефона, который вы указываете, на него приложение не установлено, а было установлено на другой номер телефона. Пожалуйста, перепроверьте свои контактные данные, чтобы мы потом с вами друг друга не искали. Хорошо? Все. Это то, что касается курса. Теперь то, что касается мастер-класса и моего нового изделия. Друзья, вот такой джемпер я связала. Яркий, сочный. Как-то криво стоит манекен. Яркий, сочный. Джемпер этот, конечно же, вязался из пряжи тантурина, которую я получала в подарок от Елены. Большое спасибо. Пряжа мне очень понравилась. Единственное, что я бы сейчас на данный момент изменила, я бы изменила номер инструмента, которым я работала. Я работала спицами 3,25. Это получилось очень плотное полотно. А если оно плотное, оно не пластичное. Но оно вполне себе мне подойдет на демисезонный период. Я довольна этим изделием. Но в следующий раз, если бы вдруг я работала этой пряжей, хотя она снята с производства, но всякое бывает, да? Оля, вон ей первая, она уже полдивана забила этой тантуриной. Оля, это я тебе завидую так. Вот. Если бы я работала, я бы смело брала спицы номер 4, потому что вот единственное, опять же, почему я не сделала этого сразу? Потому что этого не видно до тех пор, пока ты не вывяжешь изделие. Пряжа, в составе которой 5% лайкры, она очень сильно схлопывается по высоте, по ширине, она садится, очень сильно садится. И пока ты все это не вывяжешь, ты не поймешь, потому что вяжется изначально парашют, а потом и этот парашют сжимается. В плотность я попала, все хорошо. Но вот единственное, что когда я уже надела изделие в готовом виде, я поняла, что полотно достаточно плотное получилось. Но на демисезон, на нашу южную зиму, это просто замечательно. Как видите, я пошла отделкой контрастной. Мне захотелось немножечко выделить вот эти черные точки. Кстати, мой джемпер называется «Лемония». Ле через Е, не от слова лимон, это не ошибка. Это фантазийное название, которое предложила мне моя зрительница, за что ей огромное спасибо. Я долго думала, как назвать. Мне ходили все муж и сын, говорят, это назови лимончелло, да лимончелло у меня уже есть. Вот, и джемпер «Лемония». Мне очень понравилось это название. Потому что действительно, вот в мотке вроде как вот желтый цвет, но когда вяжется полотно, и за счет вот этого обвитых вот этих вот ниточек черных лайкры, получается вот такой вот очень интересный цвет дижонской горчицы, цвет действительно лимона. Смотрится классно, и обратите внимание, вот я сейчас, посмотрите, как располагаются крапины. Вот, значит, мы вяжем по кругу, вяжем, да, и вот дальше у нас переход идет на корпус. И вот смотрите, как здесь пошло располагаться, да, так самое интересное, смотрите, ведь здесь тут то же самое количество петель, да, вот зона, смотрите. Здесь как бы хаотично разбросаны, как семечки в подсолнечнике. Здесь идут какие-то полузигзаги, видите, а внизу опять пошли семечки. Это просто удивительно. Интересно смотрится. По рукавам такая же песня. Смотрите, идет семечко-семечко, потом бабах, и пошли какие-то полосы. А здесь наоборот в этом рукаве. Смотрите, идут полосы вверху, а потом семечки. До такой степени здорово смотрится. Мне очень понравилось. Причем я думала, я поеду на фотосессию. Джинсы, кроссовки и вот этот джемпер. И мне одна моя зрительница пишет: а, так вот для чего вы купили брюки. Друзья, брюки, в которых я нахожусь сейчас, вот они. А я говорю: да нет,
Я была уверена, что тут сильно разная разница в оттенках, и это не будет смотреться вместе. Пошла в шкаф, примеряю, да, это же классно смотрится. Вот, поэтому моя зрительница также подсказала мне, в чем мне необходимо сфотографироваться. Ну что, мои дорогие друзья, поехали по конструкциям. Это стандартная круглая горловина в простейшем реглане. Конечно же, это все анатомическая посадка, это все расчетно. Вы можете видеть на мне, вы можете видеть на манекене, как эта горловина смотрится. Дальше, что здесь из конструктивных элементов? Ну, реглан, само собой, понятно, да, здесь также, помимо углубления горловины, присутствует росток и выточка. Рукав у меня здесь абсолютно прямой, потому что, во-первых, это актуально сейчас, прямые рукава, во-вторых, это удобно, и, в-третьих, все-таки хлопок, он имеет свойство растягиваться, да, в локтевых зонах. Поэтому я думаю, зачем я буду заужать, мне так нравится. И вот я пошла по отделке черной пряжи. Это использован у меня Yarnar джинс. Конечно, пряжа, которая совершенно не дружит с резинками, да. И хоть ты сколько номер спиц не меняй, все равно происходит какой-то конфуз. Но все-таки я вывела по плотности, потому что плотность вязания в этой пряже одна, плотность вязания в этой пряже другая, причем совершенно одинаковые метраж в этой пряже, но совершенно по-разному себя ведет эта пряжа. Так, значит, росток выточка сказала, что еще? Вот это, вот до сих пор вязание сверху, горловина и реглан до подрезов, это видеоурок в курсе. Мастер-класс, кто хочет приобрести отдельно, пожалуйста, здесь все провязано на камеру. Каким образом я пошла по отделке? Я, конечно, в мастер-классе рассказываю, что это не обязательно делать, что по этому алгоритму, друзья, мы можем вязать для женщин, для детей, для мужчин. Все одинаково. Мерки снимаются одинаково. Даже я сказала, в чем состоит разница и какова может быть разница при вывязывании ростка у женщин и у мужчин. То есть мастер-класс очень подробный, и по этому алгоритму можно вязать не только для женщин, но и для мужчин и для детей. Разницы никакой. Все конструктивные элементы выполняются одинаково. Значит, смотрите, что я сделала. У меня... Так, давайте так. Ой, ну все, поцеловала рукав губной помадой. Смотрите, здесь у меня закрытие айкордом. А, как говорит Леночка, из-под пятницы суббота. Вот эта резинка. Резинка 1х1. Последний ряд у меня провязан лицевыми петлями, а закрытие с помощью протяжки провязывая изнаночными петлями. Такая же обработка у меня идет по рукавам и по горловине. Здоровски смотрится, мне очень понравился этот вариант обработки. Смотрим со спины. Классно смотрится, классно, мне очень нравится. Так. Что, значит, по расходу, что у меня ушло? Конечно же, вы можете работать абсолютно любой пряжей и спицами, подходящими под вашу пряжу, потому что не надо в мою плотность попадать. Бог с вами, даже если вы попадете в мою плотность, вы не попадете в мои размеры. Мы все разные. Вот, в этом и заключается суть обучения. Не просто вязать по чужим каким-то расчетам, и авось сядет, авось нет, а именно обучение, обучающий мастер-класс. Ушло у меня без малого 9 мотков тантурины. Тантурина — это пряжа, снятая с производства. И пол мотка черной пряжи на отделку. Но мне очень нравится, как это получилось. Это смотрится классно. И у меня же самый главный критик кто? Мой старший сын. Я всегда отправляю ему первому фотографии. Мама, классно. Мама, надо поменять там низ. Мама... Что-то там еще, надо поменять обувь или что-то вот в этом роде. Он у меня молодец в этом плане, с малечку. Вот как я только открыла YouTube-канал, так с этого момента он всегда мне что-то советует. Вот, в этот раз наши взгляды совпали. Он сказал: мама, классный образ получился, классный комплект одежды получился. Говорит, и очень здорово смотрится это изделие. Вот вам, пожалуйста, да, я, в принципе, редко работаю лицевой гладью, но вот база...
пусть даже цвет не базовый, но он будет однозначно супер носибельным, этот джемпер. Я в этом больше чем уверена. И вы знаете, после того, как я связала вот этот джемпер, меня почему-то прямо вот как лампочка зажглась, мне захотелось вязать еще, еще, еще. Это здорово, это здорово. Я люблю, когда вот это вдохновение меня захлестывает, и я люблю в этот момент начинать. Потому что когда ты начал, для меня самое сложное вязание – это начать вязать. Не сложно рассчитать, а вот сложно собраться это сделать. А когда не начатый процесс, ты то один берешь, то другой, то третий, у тебя есть работа, тебе не надо думать, что тебе начать, там, особенно когда вдохновение теряется, вроде хочешь, вроде не хочешь. Сейчас сижу с этим бомбером, да, который я начала вязать, вроде нравится, вроде а вязать или не вязать. Вот такое состояние, вот он у меня стоит, но зато у меня мысли пошли по другим проектам. Так, это то, что касается мастер-класса на это изделие для новичков. И информация по этому джемперу, которая входит в курс, я вам тоже рассказала. Теперь я покажу вам, сейчас пересниму на манекен горловину глубокую, круглую, я покажу вам, что вы будете иметь в курсе. Вот такой фрагмент изделия я вывязала для того, чтобы научить своих участниц группы, как строится глубокая круглая горловина в реглане. Вот так вы можете видеть, как она смотрится. Она достаточно близко у меня здесь подходит к шее. Но опять же, расчет-то был на меня. У меня шея и плечи совершенно другие. Они отличаются от манекена. Но тем не менее. Значит, смотрите. И она прямо вот углублена. И она круглая. Она действительно круглая. Это совершенно другая методика расчета. По спинке. В этом уроке я не привожу момент расчета самого реглана, потому что все-таки это рассчитано на моих учеников. И ученики, когда получают видеоурок по построению этой горловины, они уже могут посчитать себе реглан. Поэтому я не акцентировала внимание на ритме прибавок по регланным линиям. Я акцентировала внимание исключительно на построении горловины. Все провязано на камеру. Так как это не изделие полноценное, да, это именно видеоурок. У меня петли закрыты, дальше вязаться ничего не будет. Вязала из хлопка. Вот так смотрится это все дело. Это хлопок Газал Гиза, кстати, вот видите, да, как он блестит, классная мерсеризация у этого хлопка. Ну, как и любой хлопок, он, конечно, предательский, он показывает все грехи, где-то какая-то вытянутая петелька, где-то что-то. В общем, все как в любом хлопке. Но пряжа хорошая, вот так. Все замечательно. Теперь, что касается моих учеников, которые уже прошли этот курс, потому что меня также завалили вопросами. Юля, а как быть, мы тоже хотим приобрести дополнение к этому курсу. Я сейчас, друзья, возьму тайм-аут небольшой. У вас будет такая возможность, я вам гарантирую. Вот эти два видеоурока по стандартной горловине в реглане, кому надо, кто не умеет этого делать и кому сложно визуализировать, да, и по расчету глубокой круглой горловины, вот этот вот мастер-класс, у вас будет возможность приобрести это все. Единственное, я жду сына, когда он у меня вернется он у меня где-то в середине июля домой, и, скорее всего, мы это сделаем на платформе Telegram, чтобы было удобно для всех. Чтобы в любое время человек, который захотел получить эту информацию, он зашел в группу, и она ему доступна. Потому что набирать дополнительно группы в WhatsApp на эти два дополнения, это просто нереально, я этого делать не буду. Если мы это сделаем в Телеграме, и это будет удобно и для зрителя, и для меня. Поэтому жду его, может быть, он предложит более какую-то информацию, ну, более какой-то упрощенный вариант, ну, посмотрим, не знаю, поэтому жду его, сейчас у него практика, не могу его отрывать, не могу с ним толком посоветоваться, но у вас такая возможность будет, я обязательно вам об этом скажу, сообщу везде, и здесь, и в Дзене, и в ВК, и в ОК, везде, мои дорогие, вы знаете, я никогда не обманываю. Так, ну, друзья, что, вроде я вам все рассказала на данном этапе, то, что я хотела вам рассказать.
Вот, мы с вами обязательно скоро встретимся и во влоговых видео, и в следующих вязальных видео. Я знаю, вы уже мне стучите: Юля, где ваши носки? Июнь, они сохнут. Я вам их не покажу пока, они сохнут. Вот, ничего сверхъестественного там нет, но это мой июнь. Вот, и покажу вам, я уже начала вязать один проект, но это все будет в следующем видео, чтобы было что показать, да, не просто так, а чтобы было что показать. Плюс там я вязала вчера еще один образечек, мне идея в голову пришла. В общем, обо всем этом вы узнаете в следующих видео. Все, кто хочет записаться на курс, пожалуйста, на электронную почту. Все, кто хочет приобрести мастер-класс, вы можете написать мне на электронную почту, в Одноклассники, в ВК, приобрести через сайт Boosty. Это на ваше усмотрение. Пожалуйста, пишите. До скорых встреч в следующих видео. Всем пока! We'll be right back.